В органы внутренних дел Руслан Нуриев пришел в 2013 году сразу после армии. Выбрал патрульно-постовую службу, так как был уверен, сотрудники ППС всегда приходят первыми на помощь. Через 2 года руководство отдела, оценив работоспособность и ответственность Руслана, предложило молодому человеку попробовать свои силы в службе участковых уполномоченных в родном Кировском районе Самары. И вот уже более 7 лет Руслан Нуриев работает на участке в границах улицы Димитрова и Московского шоссе, где проживает почти 3500 человек. Веренная территория – это спальный район, где главное для жителей – тишина и спокойствие. Здрасте. Здрасте. Как, соседи не беспокоят больше шума? Нет, все больше хорошо? Не беспокоят. Да, большое вам спасибо. Пожалуйста. За оказанную помощь. Это наша работа. Да. Вы их остановили вовремя, больше их не слышно. У вас телефон мой есть, и что звонить? Да, 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 очень спасибо. Но мы связались еще и с хозяином, сказали хозяину, чтобы он сменил квартирант. Но вам большое спасибо. Жители Кировского района города и Самарской области в целом активно голосовали за Руслана Нуриева в конкурсе участковых. В итоге Руслан стал лучшим на региональном уровне. В своей работе участковый считает главным своевременное внимание к проблемам жителей микрорайона. На каждому человеку необходимо найти свой подход. У меня такой метод, возможно, кто-то его тоже использует. Надо прежде всего, каким бы человек перед тобой не был, надо быть добрым к нему. Если человек не понимает хорошего общения, то тогда получается действие стороны законодательства. Среди местных жителей, за которых в ответе участковые, как добропорядочные граждане, так и те, кто уже нарушал закон, ранее судимые или наркозависимые. На контроле также неблагополучные семьи, владельцы оружия и собак. Как рассказывают местные жители, к участковому Нуриеву можно обратиться за помощью по любым вопросам. Один из самых добросовестных участковых. Ну, это большое дело. Профессиональное достоинство – это то, что трудно сегодня сохранить. Я не так часто обращаюсь, как правило, мы решаем вопросы все сами. И вот, допустим, брошенные под нашими окнами в нашем маленьком дворе автомобиль из Подмосковья. Ну, в чем тут из Подмосковья? Он быстро среагировал, установил, созвонился с хозяином, переговорил, чтобы он убрал это. Коллеги тоже отзываются о Руслане как об исполнительном и опытном сотруднике, который всегда может помочь и поддержать. Он находится на своем месте, занимает свою должность. Я считаю, что у него призвание к этой профессии, поскольку он очень ответственный, доброжелательный, и самое главное, на первом месте у него стоит, это помочь гражданам. Я работаю с ним, мы видимся ежедневно, и ежедневно я от него перенимаю опыт, потому что брать от него пример можно каждый день и во всем. Теперь Руслан Нуриев будет представлять Самарский регион на заключительном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый-2022». Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.